Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Где ты, когда ты не онлайн? Когда я жду тебя в сети? Какие ссылки перейти, чтобы просто оказаться там? О чем ты думаешь сейчас? Давай среди берез густых читать любимый твой рассказ. Страничку я, страничку ты. Или в гости просто чаю и сердцами WhatsApp закидываю, но я снова не отвечаю. Я инкогнито, инкогнито. Но если мне платили милой, каждый раз тогда взгляд твой длинный мне мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда снишься ты мне, если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Задался вопросом, почему гитара звучит так мощно, потому что на гитаре стоят 12-дюймовые струны Дадарио, бронзовые, они прямо яркие такие. Купил я их на сайте Мир Струн, чего и тебе желаю, потому что там огромный ассортимент струн. Выберешь себе самый лучший, качественный, подходящий комплект и как залабаешь, но с толщиной так сильно не усердствуй, потому что пальчиком сложнее будет зажимать аккорды. Поэтому бери 10-дюймовые или 11-дюймовые, ну или на крайняк уж 12-е, как у меня, но не всем советую. Друзья, наверняка вы еще не знаете, что у меня в Инстаграме есть свой профиль, вот там я вот такие мини-каверы выпускаю, поэтому скорее подписывайтесь по данному никнейму на меня и следите за новостями. Будет много интересных каверов, таких вот совместных с девчатами тоже. А если вы здесь в хижине впервые, не забывайте подписываться на Хижину Музыканта. Я делаю разборы современных песен и не только. До скорых встреч. Пока.